Каждый год я пробую несколько новых сортов баклажанчиков, посмотреть, как они будут показывать себя в открытом грунте на моем участке. Одним из таких сортов это сорт баклажанов Вера. Я его впервые высадил в этом году. Сорт этот не очень высокий. Плодики у этого сорта фиолетового оттенка, удлиненные. Как всегда, срезаю баклажанчики ножницами. Вот такой симпатичный плодик сорта баклажана Вера. Он поспел в этом сезоне к 10 августа. Плодик не очень крупный, но вполне нормального размера. Баклажаны еще продолжают цвести. Есть еще другие завязи, так что этот сорт, я думаю, еще даст некоторое количество плодов. Конечно, баклажанчики отстают в этом сезоне. Вот и сейчас дождик моросит, видно. Но делать нечего. Вот такой симпатичный плодик сорта баклажанов Вера. Возьму его на заметку. А вот это плодик сорта баклажанов Вера. Вот такой, немножечко удлиненный, насыщенного темного цвета, с фиолетовым оттенком. Плод среднего размера. Возможно, он бы и больше вырос, но лучше срывать их не очень крупными. Раньше мне этот сорт не доводилось пробовать. И вот сейчас посмотрю, как он выглядит изнутри. Сорт Вера. Вот так выглядит изнутри баклажан сорта Вера. Видно, что у него уже начали формироваться семена. То есть надо, видимо, его срывать еще даже раньше, когда плоды поменьше. Ну, видно, что плоды очень мясистые, очень плотные, очень крепкие. И, по словам моих друзей-огородников, вкус у этого сорта очень хороший. Так что сорт Вера выглядит вполне хорошо. И я его непременно тоже возьму на заметку. Возможно, буду использовать его в дальнейшем. Тем более это сорт, значит, возможно, выращивание из своих семян. Это меня всегда привлекает. Сорт баклажанов, напомню, Вера. И очень романтичное название.